В Абайском районе города Шымкент, где проживает свыше 322 тысяч человек, в прошлом году проделано многое. Наблюдается рост по всем показателям. В Шымкенте приоритет отдается переработке сельскохозяйственной продукции. В городе сегодня функционируют 4 производственных зоны. В этом году было реализовано 12 проектов, создано более 700 рабочих мест. В городе увеличились темпы строительства дорог. В прошлом году введено в эксплуатацию 189 километров дорог. Приоритет отдан ремонту дорог отдаленных микрорайонов. Качество строительства находится в центре внимания и под моим личным контролем. Аким Абайского района Бухарбай Пирманов коротко рассказал о проделанной работе на территории района. По его словам, в этом году будет проведена активная работа по обеспечению населенных пунктов чистой питьевой водой. На сегодняшний день обеспеченность населенных пунктов питьевой водой составляет 70%. Бухарбай Рускулов открыто высказался по актуальным вопросам газоснабжения. За прошедшие годы на благо народа было проведено немало. В этом же году мы постараемся увеличить показатель обеспеченности инфраструктурными благами. В целом в 2021 году было введено 24,7 миллиардов тенге. Из них освоено 14 миллиардов. 10,7 миллиардов тенге планируется освоить в этом году. Встреча акима Шымкента Мурата Эденова с населением Абайского района продлилась более 4 часов. В мероприятии приняли участие 250 жителей района. В ходе встречи жители района задавали свои вопросы, на каждый из которых глава города дал исчерпывающие ответы. Руководителям соответствующих отраслей дал конкретные поручения. К слову, сразу после отчета встреча главы города с населением переросла сразу в формат вопрос-ответ. Лола Разметова, Надежда Садыкова, новости.